У Могилевской области больше за 700 человек працевладкованы в студентских отрядах, а их денежная маль 60. Распочался другий семестр летней працы. Объекты, где задейничана молодь, самые разные. Наибольш масштабные работы разгортываются на будовництве Белорусской АЭС и на мелиорации в Республике Коми России. Туды, до речи, накировались студенты Белорусской державной сельхозакадемии из Горок. У Могилеве самые буйные объекты, которые сёлета примают молодежные отряды, будовля корпуса онкодиспансера, сервисного центра по улице Симонова и бизнес-центра, что на месте былого дома быту. Владислав Маршин летось працевал на ремонте моста про Днепр у Могилеве. Зараз вось будовництво бизнес-центру. И хоть сам не могилевчанин, але лечит за гонор працевать на таких объектах. В любом случае уже будет что рассказать другим людям, что, например, ты здесь был, здесь ты кирпич свой положил. Не первый раз у студотраде и Максим Лысковский. Кажет, что еще пару год тому сябры подказали, что у организации БРСМ да помогут уладковаться у будотрад. И Максим записался на летнюю працу. И признается, что ни разу не пошкодовал. Работа разная. От сортировки арматуры до уборки этажей от строительного мусора. Ну, каждый день новая работа. Работы хватает достаточно. А сколько часов вы работаете? Как обычно, как и все, с 8 до 5. Как отзначил комиссар областного штаба студотрадов Сергей Чичков, главное, что у вынику все остаются задоволенными. У нас никогда не было плохих отзывов от принимающих организаций. В принципе, все довольны. И ребята довольны также. Как бы получить условия, да, хорошие, и получить какой-то опыт. И зарплата, в принципе, устраивает всех ребят. У студентских отрядах готовы пропоновать працу не только хлопцам, знайдут заняток и для девчат. Кухонные рабочие, официанты, уборщики, далее это педагогические виды работ. Все лагеря по Могилевской области трудоустраивают ребят из МГУ Кулешова. И производственные также есть, и медицинские тоже у нас есть в этом году отряды. И экологические в лесхозах. Сезон будотрадов начинается у мая и завершается традиционно у кастрычнику. За этот час планируется организовать амаль 400 будовничных отрядов. Напереди еще самый горячий час працы у сельгасорганизациях. Павел Савицкий, Елена Мельщенкова, Александр Тарасов. Новини региона.